Мы на перекрестке Толубеевского проезда и улицы Заречной. Это 21-й квартал. Я хочу показать, как он сейчас строится. Вот эти вот дома стоят по Заречной. Вот это вот Заречная улица, вот это 21-й квартал. Дома строятся с такой скоростью, что мы из окна наблюдаем и просто поражаемся. Вот это все тоже 21-й квартал. Здесь дома уже закончены. Сегодня, кажется, 13 или 14 июля. Короткий такой роличек. Здесь только отделка осталась. Но вы видели, там, где ближе к Энгельса, в самом начале мы ехали, там дома где-то по 5-10 этажей разные. Вот, собственно, и все. Это новости. Санкт-Петербург, Парнас. Коротенькая такая зарисовочка. Вы видите, синий забор заменили на прозрачный вот здесь вот. Это обозначает, что уже строительство заканчивается. И здесь на данный момент Т-образный перекресток Федора Абрамова. И я ехала по Заречной, сейчас я по ней же разворачиваюсь. Дальше улица Заречная будет продлена вот туда. Но на данный момент там еще нет проезда. Вот здесь вот улица Заречная, дом 40. Это было 5 или 1. Здесь, кстати, новая детская поликлиника. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал. В основном он на женские темы. Ну и иногда про наш Парнас тоже. Пока. Извините, отвлекаюсь на движение.